Третье воспоминание о странном угощении. Я отведала однажды молока своей подруги, молока моей сестры, не для утоления жажды, а для вольности души. Она выжила из груди левой в чашку молоко, и оно в простой посуде пело, пенилось легко. Оно пахло чем-то птичьим, чем-то волчьим и овечьим, больше вечным, чем путь млечный, было теплым и густым. Так когда-то дочь в пустыне старика отца поила, став и матерью ему, силой этой благостыни в колыбель гроб превратила, белизной прогнала тьму. Из протока возле сердца напоила ты меня. Не вампир я, ойли, ужас, оно пенилось звеня, сладким, теплым, вечным, мягким, время в угол вспять тесня.